На сегодняшний день нашей главной задачей является увеличить численность членов НДВК. Почему? Если нас будет много, то тогда мы можем говорить, что вот сторонники ДВК есть, и наступило время, когда мы должны потребовать изменений. И именно в этой связи численность является принципиальным моментом. Это значит, что люди прочитали наши программы, они ее разделяют, они хотят смены режима. И какой-то процент из них, пусть даже 20-30, готовы на решительные действия. Нам этого достаточно, чтобы произвести смену режима. Только тогда, когда будет нас очень много, только тогда мы будем говорить, что будет смена режима. Попытки выйти там 500 тысяч человек в отдельных городах будут просто придавлены, и просто это приведет к тому, что власть это использует. Использует как? Вот вышли они какие-то там тысячи человек, вот посмотрите, они пострадали из-за ДВК, они вот вышли, там что-то разбили, сломали, в связи с тем, что мы не можем организовать, нам еще... У нас нет еще достаточного количества ячеек, у нас нет еще на местах организаторов, то не исключено, что власть специально подошлет провокаторам, как было в Жанозене. Специально посылали провокаторов, громили что-то, а потом пытались обвинить. Хорошо, там люди с разных сторон, с мобильников все поснимали, и потом было видно, что все эти действия были осуществлены самой властью. Сама власть это все делала, а не кто-либо. Вот. Поэтому нас должно быть много.